Это взгляд на отношения как на процесс. Часто говорят в русском языке слово «отношения». Да? Это как будто какая-то вещь. Но на самом деле это процесс, который начинается, длится, иногда заканчивается. Судя по статистике разводов на постсоветском пространстве, заканчивается гораздо чаще, чем длится. И полезно знать о том, какая есть периодичность, фазы, стадии, как начинается, какие вот ключевые моменты делят одну стадию от другой, что важно в каждой стадии. Итак, первый наш постулат – отношения – это процесс, который длится. В отношениях есть свой возраст, младенчество, да, когда они только появились, взросление, зрелость. И бывает угасание смерти, бывает отношения живут. Нам, наверное, понадобится один термин, я его говорю попозже. Вот пока я говорю понятно. Так, давайте посмотрим на отношения. Как они начинаются? Есть много классификаций, много периодов. Самое удобное, самое практичное, которое я пользуюсь в практике, даю на таких семинарах, тренингах, это схема Лесли Кэмерон Банди. Очень простая, понятная схема. Она привязана больше не ко времени, а к тем эмоциональным моментом, к тому, как меняется восприятие отношений. Ну что, поехали. Итак, отношения начинаются. Понятно, что есть момент, когда их вообще нет, это нулевая стадия. Но вот отношения начинаются, и первая фаза, или первая стадия – это привлечение. Фаза привлечения. Она же фаза страсти, а еще про нее говорят очень романтически. Фаза розовых очков. Что здесь происходит? Каково восприятие? Причем обратите внимание, отношения только-только начинаются. Второй участник может иногда даже не догадываться, что отношения есть. В то время как для кого-то отношения уже идут, потому что они идут внутри. И в этот момент происходит очень интересная штука. У нас есть некие фильтры восприятия. Мы что-то можем избирать и не замечать, что-то не замечать, слышать, не слышать, чувствовать, не чувствовать. И в это время фазу привлечения, чуть позже я расскажу, как хитро с нами работает, шутит природа, она включает много-много разных механизмов. У нас строится такой фильтр восприятия, который, обратите внимание, проходит разная информация, вернее, приходит. Есть абсолютно позитивные люди, как вы думаете? Нет. Да. У каждого человека есть какие-то недостатки, что-то не совсем хорошее. Есть крамольная мысль многих моих коллег о том, что идеальный человек – это когда недостатки уравновешены достоинства, когда всего поровну. Но в фазе привлечения фильтр выстраивается таким образом, что видно только хорошее. Розовые очки, да. Негатива нет. Как-то избранница – это самая красивая девушка на свете. Ну или мужчина – это чуть ли не ангел во плоти здесь. Это ж хорошо, иначе бы никто никогда не женился. Да, хорошо, что ты подсказываешь. Это фаза привлечения. В это время пара уже может быть, ее еще может не быть. Но фильтр восприятия делает человека таким позитивным, очень желаемым, очень привлекательным. И для чего это происходит, как вы думаете? Какие есть идеи? Не случайно же щел, да, и все. Видим человека только в позитивном свете. Он проглядеться хотя бы. Да, для того, чтобы отношения вообще возникли. Потому что если сразу все видно, начинается выбор, обдумывание. И
нас в отношениях очень много биологии. Я про это тоже скажу чуть-чуть позже. Видите ли, природа, по-моему, своей главной задачей ставит продолжение рода. Вот у нас развился такой очень интересный механизм, как разум. И мы можем что-то сознательно планировать. Мы даже знаем, что есть счастье на Земле. Мы считаем, что мы его построили. А в природе все равно. И главное, чтобы было потомство здоровое, жизнеспособное, которое может сопротивляться болезням, вырасти, дать новое поколение. И вот есть очень много механизмов, которые на гормональном и генетическом уровне включают особое состояние биологическое. И вот фаза привлечения, то есть просто ушел, все, зажглось, ничего не вижу. В этой фазе очень много эмоций, но очень мало разума. Трезвого, критичного. И это нормально. И до недавнего времени, именно в это время начинались дети. Все. Природа на эту задачу выполнила, а дальше как хотите, так разбирайтесь. Да, и тут приходилось. Сейчас время чуть-чуть другое. Просто биологические процессы, они немножко медленнее, чем социальные. Еще адаптация к социальным условиям на генетическом уровне не наступила. И поэтому для тех, кто только планирует построить отношения, о чем здесь нужно подумать? Просто помнить, что эта фаза пройдет. Однозначно пройдет. И обычно она длится 3-4 месяца до года. Здесь в крови просто бурлят эндорфины, кефалины, те вещества, которые вызывают эйфорию, позитивное состояние. И в это время логика просто выключается. А мама говорит, да ты посмотри на него. Мама, ты жизни не знаешь. Это я обращаюсь к тем, кому только-только предстоит. И действительно, очень сложно здесь включать ум, поэтому я вам заранее говорю, настройтесь. И, по крайней мере, в этот период стоит хорошо предохраняться. Потому что потом будет чуть больше трезвости, что-то вы можете пересмотреть. Страсть иногда вспыхивает внезапно. И какой еще важный момент из этого следует? Давайте посмотрим для тех, кто будет только начинать, планирует начинать. Мы говорим про природу, про биологию. Каким образом природа определяет, подходит человек к другому человеку или нет? Есть очень сложные процессы, которые на уровне тела вычисляют генетический набор потенциального партнера, хорошо ли подходит к моим генам. Потому что когда есть генное разнообразие, потомство наиболее живое, наиболее жизнеспособное. И иммунная система определяет. А вот на практике, каким образом мы чувствуем, подходит нам партнер или нет сразу. Что делать влюбленные, когда только-только познакомились, когда ему все хорошо? Да. Целуются, много целуются постоянно. Что при этом происходит? При этом клетки эпителия не попадают другому человеку со слюной. И иммунная система просто воспринимает эти клетки, считывает генетический набор и проверяет. И это чувствуется через вкус и через запах. Эти самые наши древние системы восприятия, запах и вкус, они дают первый очень сильный сигнал. Вообще на биологическом уровне, подходит нам человек или нет. Вот для тех, кто начинает, сразу говорю, 50% не меньше, это биология. Если вкус, запах потенциального избранника не нравится, наверное, это не лучше. Потом будет сложно. Вот это сразу очень сильно сигнал. И наоборот, когда нравится, есть больше шансов, что что-то получится. С биологией не надо сражаться. Надо просто ее понимать и начать расстраиваться. Да, конечно. Запах и вкус. Итак. Первая фаза привлечения возникает. И если все хорошо, более-менее все хорошо,
фазочку, она плавно переходит во вторую фазу. Это называется фаза увлечения друг друга. Когда второй человек тоже понял, ну, что отношения есть. Что обычно происходит в этой фазе? Ну, фактически, в это время уже есть пара. Здесь ее может не быть, а вот здесь уже создается пара, они уже могут успеть пожениться, может быть, нет формального брака, они просто встречаются время от времени, время свиданий. Розовые очки еще надеты, подписка. Вот это. Вот такого позитивного восприятия очень большое, все хорошо. И в это время пара живет либо реальным пониманием того, что нужно друг другу, либо из-за того, что действуют гормоны, из-за того, что биохимия другая, в это время живут иллюзии. Иллюзии иногда живут очень долго, годы, бывают десятки лет, но это рано или поздно закончится. Поэтому очень важно знать, очень скоро мы ведем полезную нужную технику, очень важно знать о том, какие есть важные критерии и через какие поведенческие эквиваленты, ну или говоря по-другому, простым языком, через какие действия, через какие поступки мы узнаем, что важные критерии здесь выполняются, что это не то, что мы придумали себе, что исправить избранец таким хорошим, что это на самом деле. Ну да, что такое критерий? Критерий – это то, что нагружено особым значением, это то, что вот важно. Какие бывают критерии для отношений? Давайте скоро. Кому что важно в отношениях? Да, вот критерии. То есть критерии, если говорить лингвистически, это какое-то общее слово, такое туманное, всеми одобряемое, всеми понимаемое. Но дальше мы разберем. Понимаемое каждым человеком иногда очень конкретно, очень специфично, совсем не так, как понимание, да? Важно, чтобы в отношениях было понимание, да? Конечно, кто будет спорить? Что значит понимание конкретно? Вот тут сколько людей, столько мнений, столько описаний понимания. Про это чуть позже мы поговорим, разберем. Что еще важно в отношениях? Для бабушек, чтобы не было боев. Я имею в виду, допустим, лучше общается. Здоровый образ жизни. И, кстати, это не только для бабушек важно. Ну, так слышишь уже часто. Уже не пьет, не курит, почти хороший. Ну, это важный критерий, но не единственный. Да. Да. Да, здоровый образ жизни. Что еще важно в отношениях? Доверие. Доверие. Любовь. Поддержка, внимание. Для кого-то вызов. Некоторые пары живут тем, что друг друга стимулируют на какие-то достижения. Кому-то это не нужно. То есть это зависит от каждой конкретной пары. Но, то есть критерии – это некие такие общие важные ценности. И откуда берутся критерии? Давайте мы посмотрим.